Ребята, доброе утро, всем хорошей трудовой недели. Сегодня вторник. Сейчас утро, поеду покатаюсь на велосипеде в парке. Увидимся там. Ребят, всем доброе утро. Время 8 часов, я выехал покататься немножко. Последние летние деньки. Приехал на советский пляж. Сегодня немножко прохладно, с утра никого особо нету. Чувак какой-то с металлоискателем ходит, бродит. А нет, он пару тел лежит, загорает. Вот он. Сейчас пойдем к воде подойдем, там рыбаков дофига. В общем, короче, немножко потусуюсь, пойду дальше покатаюсь. Я всегда поражаюсь, думаю, почему здесь столько голубей все время. Бывают какие-нибудь интересные попытки? Если 20 тенге интересно, за сегодня необычно. Так, обычно ну-ка. А можно снять? Что так после? Это вот люди отдыхают, оставляют здесь, наверное, да? Ну да. А вообще что-нибудь интересное находил? Ну да, так, конечно, находил, бывало. Прикольно, первый раз вижу, что по пляжу, что ходят, ищут. Здесь не очень находки, на Черном море гораздо интереснее. Ну да, там я тоже видел. Ладно, удачи. Спасибо вам тоже. Сегодня рыбаков здесь столько много прямо. Ой-ой-ой, нифига сколько малька. Здесь прям не у берега. Вот они. Мне сегодня прям реально много всяких рыбаков. Последние теплые деньки в парке. Поэтому и ловят. Вон там вот много всяких рыб. Это спонсор моего сегодняшнего завтрака. Это Черлакский ягодный комбинат. Сегодня он поставил мне вот такую клубничку, ежевичку. Сейчас только первый день сегодня увидел, что ежевику продают. Сейчас попробуем. Ну-ка, ее сразу же можно, наверное, не мытую. Кайф. Немножко свинюшки скушаю. Залью хлопья сливочками. И все, можно бежать по своим делам. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok.
Спасибо.